Авария случилась в субботу около 7 вечера. Водитель Гранта ехал по Юбилейной в сторону Мира. В этот момент девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По улице Юбилейная у дома 95 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2003 года рождения. Последняя пострадала. Была госпитализирована в больницу города Березники с диагнозом перелом шейки левого плеча и ушибами мягких тканей головы. В момент аварии водитель был трезв, с места не скрывался. Известно, что он помог пострадавшему ребенку и сам вызвал скорую. Сейчас по данному факту проводят проверку. Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают: снижайте скорость перед пешеходным переходом.